Руководитель Центра традиционной культуры Каспийска Башакар Вагабова стала лауреатом премии правительства Республики «Душа Дагестана». Данная награда вручается специалистам, внесшим значительный вклад в сохранение и развитие народного творчества и культуры. Это, в первую очередь, клуб «Аксакал», это клуб, молодежный клуб «Наследники» в основном, где мы проводим очень большие мероприятия и проводили тоже очень большие мероприятия в плане постановок, театральных миниатюр. Сегодня в Центре традиционной культуры действует 6 клубов по интересам, члены которых регулярно проводят мастер-классы и выставки. Кроме того, активными участниками театральных постановок являются студенты колледжа машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе. Более 10 человек у нас в волонтерском отряде молодежном. Вот, мы собираемся, мы проводим акции, мы проводим то же самое, разные миниатюры, разные постановки, они участвуют в разных фестивалях. Как отмечает Башакар Гасановна, Дагестан богат мастерами, поэтому она старается привлечь в центр как можно больше талантливых людей. Мастера и мастерицы разных возрастов и даже из самых отдаленных районов регулярно приезжают на выставки в наш город. Каждому мастеру я стараюсь давать идею, которая действительно полезна и для них, и для нас, и для народа. И они получают большое удовольствие от этого. Они творят, они работают. Наша героиня считает главной своей задачей помочь людям найти себя в творчестве, как и однажды ей помогли ее родители. Отец Башакар был актером советского кино и театра, мать – заслуженным работником культуры Дагестана. Поэтому любовь к творчеству зарождалась Башакар с самого детства. Творчество – это уже генетическое. Это для меня, я получаю большое удовольствие, когда занимаюсь творчеством, когда я рисую, когда я творю, когда я создаю что-то. Работы Башакар также можно увидеть в выставочном зале Центра традиционной культуры. Среди них – макеты традиционных бытовых принадлежностей и настенные росписи. О каждом творении она может рассказывать часами, а иногда и делится секретами их создания. Традиционно в каждом селе есть родник. Родник – это источник чистой воды, получается. Безусловно, мы тоже сделали такую имитацию. Но она изготовлена из яичных лотков. Очень интересно, что многие удивляются. Сейчас Башакар Гасановна работает над расширением Центра традиционной культуры. Она планирует привлечь мастеров по нескольким видам ремесла, создать разговорный клуб и фольклорную студию, но главное – объединить культуры не только Дагестана, но и всей России.